Перед последним туром детского первенства России в зоне Дальний Восток Благовещенский «Амур-2010» сохраняет все шансы на победу. В завершающей игре первенства надо сделать ни много ни мало – обыграть Владивостокский «Луч», лидера турнира. Такие перспективы открылись перед нашими футболистами весьма неожиданно. В пятом туре «Амур» крупно уступил дублерам хабаровской «СКА Энергии». Дело в том, что буквально накануне матча сразу 4 игрока покинули расположение команды и отправились в находку на турнир «Кожаный мяч». В первом тайме матча с хабаровчанами ослабленный «Амур» еще как-то держался и оставил свои ворота в неприкосновенности. Развязка наступила во второй половине встречи, когда буквально за 5 минут 3 мяча побывало в воротах нашей команды. Впрочем, тренер благовещенцев не стал искать причины поражения в ослабленном составе команды. Ну, у нас уехало 4 человека играть в находку на турнир. Да, конечно, без них было сложно, но это не говорит о том, что мы проиграли только из-за того, что не было состава. У Хабаровска поровней состав, виноваты сами. В следующей игре «Амур-2010» проявил характер и выиграл у Находкинского «Океана» со счетом 2-1. Завтра в 12 часов на стадионе «Юность» наши футболисты проведут заключительную игру турнира. Соперник «Луч Энергия» из Владивостока по ходу первенства одержал 5 побед и один матч завершил в ничью. Тем не менее, наша команда сохраняет шансы взять первое место, напомним, если обыграет лидера. Спортивные сборы для всех желающих. В минувшие выходные на стадионе «Юность» прошли традиционные соревнования по стритболу. Игра проходит по правилам баскетбола только на полплощадки. В этот день было заявлено всего 3 команды по 4 человека. Как отмечают организаторы, к сожалению, эти соревнования стали менее популярны по сравнению с прошлым годом. В этом году у нас немного хуже, потому что в прошлом году было очень много школьников. В этом году сейчас спортивные смены начались в лагерях. Вот, поэтому детей из детской спортивной школы увезли. Студенты у нас разъехались, как бы не очень активно. Участники соревнований не просто любители, а профессионалы своего дела. Все воспитанники детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. Сейчас они являются представителями команд различных учебных заведений. С Дальгау мы выезжаем на разные соревнования. Ну, конечно, соревнований сейчас мало. У нас сейчас главная проблема – это составы. Их мало. Мало людей на баскетбол просто идет. Мало поэтому и хороших игроков. Но, несмотря на все минусы, соревнования в целом получились очень интересными и прошли на дружеской волне. В турнире даже принял участие игрок Владивостокского «Спартака», который выступает в российской суперлиге. Дмитрий Узинский приехал в Благовещенск на каникулы. Традиционный турнир по стритболу проходит каждую субботу в 16 часов на стадионе «Юность». С 1 по 7 июля в городе Пенза проходил чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На соревнования собрались участники из 41 региона нашей страны. Амурские теннисисты под руководством тренера Владимира Яворского в общекомандном зачете заняли 16 место. У нашей мужской сборной 8 результат из 13. Благовещенка Марина Гайдай в личном зачете, уступив лишь действующей чемпионке России, заняла 2 место, тем самым выполнив норматив кандидата в мастера спорта. А наш земляк Юрий Косяков стал 7-м среди 15. Телеканал «Спорт Благовещенск» для информационного агентства «Порт Амур».